Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви дивитесь «Точку зору депутату». І в гостях у нас сьогодні Максим Невінчений, депутат Миколаївської обласної ради. Вітаю вас, Максиме. Добрий день. І до першого питання. Низка останніх сесій обласної ради показала, що досягти якоїсь єдності між депутатським корпусом не вдається. З чим це пов'язано? Ну, єдності у нас взагалі в останнє время не вдається досягти нігде, не тільки в депутатському корпусі. Здесь, скоріше всього, йде вопрос о том, що, скажем так, на сьогоднішній вопрос депутати хочуть представляти в більшій степені інтереси громади, які їх вибирають, тому що сьогодні нестабільна політична ситуація, і кожен депутат розуміє, що рівнятися сьогодні на партійного лідера, на партійного боса, на главу обласної державної адміністрації, які міняються сьогодні з огромною скоростю, безполезно. Іменно поэтому депутати стараються в більшій степені держаться за інтереси избирателей, реалізовувати ці інтереси избирателей, а в силу вступають противоречия. Це партійна дисципліна, це команди обласної власті, обласної державної адміністрації. І в связи з тим, що некоторые депутати готові просто склонити голову, а другі не готові це зробити, тому что они понимают, что им нужно еще двигаться на выборы. Именно в этом, в связи с вот этими, вот, скажем так, разночтениями, с вот такими противоречиями и существует противостояние. Депутаты, как вы знаете, они традиционно объединяются фракциями. Это партийная структура, которая приходит к власти. И, естественно, те люди, которые зашли от этой партийной структуры, они объединяются во фракцию. Но в силу некоторых противоречий внутри фракции с партийным лидером, как вот, например, у меня было с партийным лидером противоречие, потому что есть одни вопросы интересы избирателей, а есть партийная дисциплина местечковая. Вот, то есть местечковые интересы. Я вышел из фракции, там, Алабин Вадим вышел из фракции, Петр Паламарюк вышел из фракции оппозиционного блока. Точно так же сегодня депутаты из других фракций, например, если помните, Иван Кухта, действующий зам, Федор Барна и многие другие депутаты, они действительно во многом не согласны с некоторой партийной линией, потому что она не согласовывается с членами партии и с депутатами. И первая попытка была, если вы помните, каким-то образом наклонить депутатов. Это, собственно говоря, показать договорняк, проголосовать за Викторию Москаленко, за Михаила Соколова. И вот с момента, когда Михаил Соколов начал раскручивать, скажем так, свои некоторые темы, или правильно сказать, когда появились коррупционные скандалы, в которых он фигурировал, то многие депутаты не захотели просто находиться под управлением такого человека, и начали первый сбор подписей, такие вот протестные настроения внутри депутатского корпуса. Дальше появляется депутатская группа, первая попытка сформировать депутатскую группу, межфракционное объединение, чтобы не выполнять команды губернатора и высшей, скажем так, государственной власти, а в большей степени отстаивать интересы. Но эта депутатская группа, к сожалению, не хватило авторитета этой группе. И сегодня депутаты, скажем так, негласно были сформированы, даже так не вокруг чего-то, а против некоторых дурости, я даже не побоюсь сказать, нашего главы областной государственной администрации. А именно, у нас есть ряд вопросов, которые относятся к областной власти. Это вопрос госпитальных округов, потому что ликвидируется ряд больниц, и в районах будет тяжело добираться, отсутствие роддома, сокращение койко-мест, невозможно лечиться. Это вопрос отсутствия дорог, который они в прошлом году, если вы помните, не провели тендер, потому что была одна фирма, которая готова была делать за вот столько определенной работы, а другая фирма за вот столько, но должна была пройти и эта фирма. И срывали большое количество тендеров, несмотря на то, что было выделено больше полумиллиарда гривен на произведение ремонтных работ, но не та фирма выигрывала. И тендеры все сорвали, не освоили большое количество денег. А в этом году денег нет. И вместо поднятия этих вопросов, вместо того, чтобы стучать в кабинет министров, для того, чтобы обращаться к премьеру, что мы делаем? И депутаты выходят с этой инициативой. Глава областной государственной администрации не желает быть неудобным, ну это логично, перед центральной властью, и поэтому не выполняется
требований депутатов, требований людей. Вместо этого, чтобы не обсуждать вопрос дорог, медицины, забастовку портовиков, потому что там их очень сильно происходит сильный передел рынка. Вместо этого нам забрасывается тема, которая действительно бы подхватилась обществом, и она бы обсасывалась. А это красно-черный флаг. Повесили или не повесили. Это признание России агрессором. Если в 2015 году, если вы вспомните, такая волна признания России агрессором, она прошлась по всей территории Украины, то сегодня это личная инициатива губернатора. Вот он пришел, говорит, а почему бы не вот так? Вызывает тему, которая бы просто рассказывала обществу, вызывала тему, которая бы, скажем так, отвела вопрос от того, что действительно должна решать областная власть. И вы вспомните, после сессии, вернее, на первой сессии, когда депутат, губернатор вышел с признанием России агрессора и протягиванием карьера, за который там кто-то взял деньги, депутаты сняли этот вопрос. Что делает губернатор? Он встает, обижается, что в принципе не свойственно, не должно быть свойственно государственному человеку, и уходит обиженный. А на следующую сессию, наклоняя губернаторов, наклоняя всех депутатов, большинство депутатов, они признают Россию агрессора, в повестку дня даже не включают ни вопрос дорог, ни госпитальных округов, ни все то, что сегодня волнует область и на то, что депутаты могут повлиять. Вместо этого мы принимаем российскую агрессию, мы точно так же можем запретить аборты, мы точно так же можем проголосовать за то, чтобы в Николаевской области все было хорошо. Эти решения не имеют никакой юридической силы, никаких последствий, они просто задурманивают или заговаривают общество, и губернатор звітує. Вместо того, чтобы он сделал дороги, он звітує: «Мы перемогли, для мене це свято». А реальных действий как не было, так и нет. Именно по этой причине многие готовы просто прогнуться и подставить свое плечо под вот такие вот идеи целесообразные, а другие депутаты, конечно же, хотят реализовывать идеи и требования избирателей для того, чтобы сохраниться на последующих выборах в статусе депутата. В связи с этим связано большое количество противоречий. Вы уже кілька разів заторкнули тему доріг. Минулого року гроші не були освоєні. Що робити зараз громадам, районам, як боротися з цим, що вони, власне, мають, які дії проробити, як контролювати те, щоб ремонтувати? Я вам розкажу такий смішний случай. Значить, у нас возобновилось після некоторого времени в связи з избранням нових замов глави обласної ради. День обласної ради. День обласної ради. Це, по-моєму, була ініціатива Андрія Кротова. Поехали в Очаков. В Очаков, если вы знаете, есть три разных дороги, как можно доехать. Я был в составе этой выездной группы, ехал по одной из дорог. И мы, значит, проезжаем по каждому населенному пункту, заезжаем к главам селищной рады, объединенной территориальной громады, с депутатами беседуем. Ну и все, естественно, рассказывают, мы спрашиваем, что вам нужно, что мы как депутаты можем сделать. Люди, вот я вам скажу, даже вот самое такое, скажем так, бедное село, вот они сделали там бутербродики такие вкусные, постарались взять вот икринку, размазали там на три икринки на весь бутерброд, но постарались угодить. Они реально считали, что мы сможем им помочь сделать дороги. Это основное их требование, сделайте дороги. Мы приезжаем в Очаков с разных дорог и рассказываем друг другу, что же, собственно говоря, мы наблюдали, встречаясь и с громадами, с главами, с депутатами, и все говорят о дорогах. И что вы думаете? В этот же день выходит распоряжение главы областной рады, и ни одного вопроса, ни дороги, ни медицины сокращающейся, вообще в повестке дня не стоит. Вместо этого мы смотрим, что один депутат не встал под гимн, это важный вопрос. Другой, значит, там что-то там не сел под гимн, проголосовать российскую агрессию, отменить карьер, потому что там есть какие-то уголовные дела, бизнес-интересы, и снять директора русского театра, потому что он русский театр. Якщо где я не помиляюсь, вопросы? После этого выезда одразу была позачерговая сессия. Вот, об этом и речь. И, кстати, я хочу сказать, почему позачерговая сессия. Опять же, касательно дорог. На не вот этой позачерговой сессии, а прошлой сессии, черговой, было принято решение в связи с бездействием центральной власти, не выделением дорог,
С бездействием нашей исполнительной власти в лице нашего губернатора, заступников губернатора, которые себе позволяют, когда все пришли на сессию, они обиделись, что не рассмотрели российскую агрессию. И не рассматривая ни вопросы культуры, ни медицины, ни дорог, ничего, встать и уйти. И над депутатским корпусом было принято решение, если не будет центральная власть выделять деньги на ремонт дорог, мы должны будем поехать в кабинет министров и депутаты с Николаева, показать там, связаться с телевидением, связаться с интернет-изданиями, с газетами, чтобы показать, что у нас кричащая проблема, связанная с дорогами. Но что вы думаете, этот вопрос неудобен? Именно по этой причине, что было принято решение прошлой сессии об отклонении инициатив губернатора, глупых инициатив, которые не имеют никаких юридических, не несут за собой никаких юридических последствий, не имеют никакой юридической силы, ни на что не влияют. И в связи с тем, что депутаты было принято, если не будет реакции центральной власти, то необходимо будет сделать так, чтобы депутаты поехали в Киев и таки стучались особисто, индивидуально всей областной рады, и было раздут следующий скандал. По этой причине сегодня, скажем так, губернатор нежеланием быть неудобным перед центральной властью спровоцировал волнение в обществе. Вы видели, как у нас нашу область колыхала на 9 мая. Если в Днепропетровске достаточно сильный оппозиционер Вилкул создавал там, скажем так, раздувал эти события, то здесь у нас эту функцию раскачивания лодки делал сам губернатор. Ну, естественно, в Киеве за этого не похвалили. По этой причине вопрос с дорогами, что будет? Мы все-таки будем ехать. Несмотря на то, что это неудобно, это неправильно. Несмотря на то, что сегодня власть областная нас уговаривает это не делать. Решение сессии было принято, а решение сессии является обязательным для выполнения. Мы будем ехать в Киев и стоять, разговаривать с кабинетом министров о том, что необходимо этот вопрос решать. Потому что эти дороги важнейшего сообщения Кривой Рог и Кировоград с Николаева крайне важны. Мы развиваем порты. А дорог нет. И кто же к нам приедет в Николаев с большим грузом, если большая машина выехать не сможет, а возить максимум можно на самосвалах по несколько тонн. Все, естественно, будут ехать кто в Херсон, кто в Одессу. Поэтому здесь задача, не нужно быть неудобным, здесь необходимо быть именно заметным в вопросе дорог и заниматься исключительно вопросами нашей компетенции, а не теми инициативами, которые вот... Максим Андрійович, відбулось вже часткове об'єднання в територіальні громади, тим паче ви їздите в райони, ви спілкуєтесь з людьми, з громадами. На вашу думку, чи усвідомили вже люди на місцях, що це несе собою, що зможе отримати громада від цього об'єднання? Я вам скажу, что сама, скажем так, попытка, вот если вы вспомните, 2014 год, выборы президента, а выборы парламентской партии, естественно, нашего президента, и потом коалиционное соглашение в парламенте, оно проходило под эгидой децентрализации. То есть децентрализация – это некий процесс, в котором от центральной власти в нашей унитарной стране передаются полномочия по распределению финансов, принятию решений, кадровым вопросам, там, земельным вопросам, передача в регионы. Но в связи с тем, что сама идея децентрализации подразумевает уменьшение власти в центральных органах и передача их в регионы, то центр лишается полномочий. И вместо того, чтобы реально передавать эти полномочия, а процесс децентрализации они заявили, они начали территориально-административную реформу, которую они сегодня называют почему-то децентрализацией. Еще раз хочу сказать, они берут 2-3 села, 4 села, объединяют их в один какой-то, вот, скажем так, называют в одну территорию, делают один административный центр, называют это объединенная территориальная громада и говорят, что это децентрализация. Здесь убрали школу, здесь убрали клуб, здесь убрали больницу. Ну, сказали, теперь вам будет хорошо, значит, там полечите здесь, поедете туда, здесь еще что-то. И это децентрализация. То есть из 300 населенных пунктов у нас будет теперь там 30 или 40.
Это наоборот централизация. Теперь, ну, то есть я хочу сказать, что это на самом деле не децентрализация, это просто, скажем, такой фейк территориальной административной реформы по оптимизации расходов на социальные нужды. Именно образование, медицина, клуб. Не в каждом теперь будет клуб. И это первое. Второй вопрос. Реальных полномочий, которые обещали, все-таки не произошло и передачи. Я скажу, что, если вы помните, вот зимой был транспортный скандал во многих районах области. С резким возрастанием было связано проезда. Я, например, ко мне обратились жители села Полигон, это Жовневый район, Витовский по-новому, с тем, что резкий был скачок цены. Так я вам скажу, что там уже была Шевченковская территориально объединена территориальная громада, а возможности напрямую заключать договор с перевозчиком у этой громады нет. Все равно это происходит через областную государственную администрацию. Все решения принимаются областной государственной администрацией. Поэтому, к сожалению, что я могу констатировать, что действительно еще никаких, скажем так, улучшений передачи, реальной передачи полномочий нет. Есть только разговоры о том, что скоро все будет хорошо. И я хочу сказать еще последнюю такую ремарку. То, что рассказывают о... Наверное, если я сейчас скажу, это будет, наверное, как бы очень не кстати, но я, тем не менее, постараюсь. Есть унитарная страна. В унитарной стране все полномочия сконцентрированы в центре. Это такой территориально-административный уклад. И все решения принимаются в центре. Бюджет стекается непосредственно в центр. Из центра уже выделяют деньги. Кто-то больше кричит, ему дали чуть больше денег. Где-то там кум, сват, брат или нужный депутат, ему дали еще больше денег. Но принцип такой, собирается и распределяется. Если децентрализацию, реализовать действительную децентрализацию и передать возможности, действительно, полномочий управления финансом, то тогда мы получим федеративный уклад, когда регионы будут собирать средства и отчасти передавать в центр. Не в центр, а потом в регионы, а с региона и в центр. За это выступает наш мэр, но не называет это открыто. Когда у нас есть порты, и мы действительно получаем большое разрушение дорог, мы получаем огромное количество портовых сборов, но они уходят почему-то в Киев, а здесь не остаются. А мэр выступает за то, чтобы оставлять здесь часть финансов. У нас есть Южноукраинская атомная электростанция, с которой мы имеем ряд проблем. Вы знаете, это в том числе экологические проблемы, и с затоплением необходимо будет затапливать, как ни прискорбно, но для того, чтобы это не рвануло, необходимо будет пожертвовать какими-то экологическими, ну, скажем так, нормами. А деньги уходят в Энергоатом, опять же, в Киев. У нас есть Заря, завод, который производил турбины на российский рынок, но с тем, что Россия вот недавно открыла в Рыбинске схожий завод, к огромному сожалению. Мы потеряли большое количество рынок сбыту. Но з цього заводу, опять же, ми нічого не отримуємо. Тобто, якщо це перекласти на мову територіальних громад, якщо на території територіальної громади знаходиться заправка пального, то ці гроші з заправки має територіальна громада, а не область. Повинна мати. Да, зараз цього ще не відбувається. Звісно, совершенно верно. Обласна рада, ну, скажімо так, між нами говоря, це найбезполезний орган, который ни на что не влияет. Все вопросы земли, они принимаются в межах населенного пункта. Это село, это город. Областная рада выдает только согласование по недрам. Вот поэтому и скандал у нас вокруг лесного хозяйства, вокруг карьера, вокруг там, рекреационных зон. Вот и все. А в действительности областной совет мало принимает решений. Ну, областная рада – это назначение врачей коммунальных предприятий областных, это театров, это, ну, скажем, таких вот вопросов, которые в действительности мало чем связаны. Единственное, что у нас есть – это управление коммунального майна. Я выступаю достаточно давно с тем, чтобы управление коммунального имущества. У нас единственная область, которая решением сессии депутатов областного совета передала возможность управлять этим коммунальным имуществом губернатору, что в принципе противоречит нормам, потому что контролировать расход имущества, сдачу в аренду нужно коллективно.
А у нас получается контролер один. Легче договариваться с одним, чем с депутатским корпусом. Естественно, отсюда много непрозрачности. Я выступаю сегодня с инициативой создания муниципальной полиции, потому что сегодня такой у нас уличный экстремизм, если вы видите. А полиция, она замкнута на Киев. И по политической целесообразности мы эти дела расследуем, а эти не расследуем. Если у нас на патриотов, ну, назовем их в кавычках патриотов, агрессивных националистов, кто-либо напал, то сразу полиция может даже уволить вплоть до начальника. А если у нас есть покушение на депутатов, представляющих оппозиционные силы, то этот вопрос даже не расследуется. А спрашивают с мэра, спрашивают с местной власти, а на что они могут влиять? У них нет даже органов правопорядка и привлечения к административной ответственности. Поэтому этот вопрос в том числе крайне важно сегодня реализовать в условиях обещанной децентрализации, когда полномочия должны передавать на места. Но, опять же повторюсь, процесс децентрализации – это как раз механизм, который должен запускать передачу полномочий. Но мы не сможем, передавая полномочия, сохранить унитарный уклад и сохранить полномочия внутри себя. Именно по этой причине о передаче, реальной передаче полномочий сегодня речь не идет. Никто не даст объединенным территориальным громадам полномочия в свои руки. Просто приходит территориально-административная реформа и просто происходит оптимизация, чтобы меньше было больниц, меньше школ, меньше клубов. И, естественно, меньше расходов на социальные нужды населения. Але ж вони можуть на своїй території, в своїй територіальній громаді створювати також школи, дитячі садки, лікарні. З яких средств вони це будуть робити? Я ще раз говорю, принцип наповнення бюджету, який сьогодні йде, це зібрали гроші, направили в Київ, і територіальній громаді просто дали средства чуть більше за счет того, що раніше був ще, от смотрите, була яка модель? Село, район, область. Сегодня, ликвидируя район, все переходят на определенный статус территориальной громады, как, например, город Николаев. Он не подчиняется какому-то району. Он город областного подчинения. Он сразу подчиняется области. Вот точно так же объединенные территориальные громады, они будут иметь статус города. Но если там было в трех селах, которые объединились, в каждом и больница, и клуб, и школа, и детский садик, и так далее, то сегодня будет один на всю эту громаду, сокращение будет, а принцип распределения денег все равно остается. Не здесь они, а часть передается в Киев, а все равно собирается в Киев, и часть дают им, и за счет того, что будет сокращать на социальные нужды, они просто говорят, ну, видите, вам чуть меньше надо на социальные нужды, мы вам чуть больше дадим, и считайте, что мы теперь сделали децентрализацию. Вообще слово децентрализация у многих даже депутатов, они не понимают, какая децентрализация, когда у нас стало все централизовано, полномочия остаются в центре, в регионах только прошла территориально-административная реформа, и депутаты даже не в состоянии заключить договор даже с перевозчиком, кто им будет вести без областной государственной администрации. Максим Андрійович, ви вже зазначили про одну свою ініціативу. Як депутат обласної ради, які ви ставите перед собою завдання, які пропозиції вносити на комісію, а в подальшому на сесію обласної ради? Значить, мої пропозиції, у мене сьогодні, скажімо, дві пропозиції такі важливі. Перша пропозиція – це створення муніципальної поліції, тому що ми бачимо сьогоднішню ситуацію, і в дійсності люди в зв'язку з вуличним таким от екстремізмом не в стані і бездіянням правоохоронних системы после реформирования не в состоянии защитить себя, а полиция, мы знаем, что сегодня бездействует, потому что полиция подчинена центральным органам власти. Следующий вопрос – это возврат делегированных полномочий в областную раду, чтобы областной совет, 64 депутата, принимали решение, кому сдать в аренду, кому не сдать в аренду, какое коммунальное предприятие эффективно, какое неэффективно. Но таким образом мы лишаем губернатора возможности распределяться спильным майном территориальной громады Миколаївської області. Естественно, они будут против этого. И если вы помните пресс-конференцию, которую давал губернатор, его спрашивают, почему вы против возврата коммунального имущества в депутатский корпус, как это предполагает закон о местном самоуправлении, как в всех областях? Что он отвечает? Потому что Максим Невенчин, это его инициатива, а он с украинского выбора. Это ответ.
Понимаете, да? И следующий вопрос, который, инициатива, с которой я выступаю, это, собственно говоря, вот эта сложность с госпитальными округами, потому что по закону это местные советы должны определить количество госпитальных округов, распределение их, где они находят, локализацию, насыщение. Что у нас выходит? Выходит указивка с центра и говорят, вам надо 4. Почему 4? И до депутатов, от которых должна исходить инициатива, им опять же областная государственная администрация ставит задание, сколько надо? 4. Чтобы меньше, я вам скажу, что у нас будет основных больниц, если мы, не дай бог, это реализуем. Это Первомайск, это Вознесенск, это Николаев, и решается еще или Новый Буг, или Баштанка. Это все. И человеку нужно будет, например, с Березанки ехать, с Очакова куда-то ехать, там с Снегиревки, они, с Еланца, они не смогут у себя получить помощь. И вот я настаивал на том, чтобы мы все-таки собрали в областной раде, и, по-моему, в среду будет в 10 часов или в 11, я точно не помню, если будет желание, обязательно, чтобы ваш телеканал осветил этот вопрос, чтобы там были главврачи районные, областные, главы администрации, депутаты, и чтобы приняли решение взвешенно, обсудив, сколько же необходимо, где необходимо, и однозначно увеличить это количество госпитальных округов, потому что, ликвидируя сегодня районы, создавая вот эти вот хваленые ОТГ без полномочий, и закрывая больницы, мы, естественно, будем получать еще одну социальную дыру, еще одну реформу. У нас будет не только отсутствие правоохранительных органов, но еще отсутствие здравоохранения полнейшее. Дякую. Нашим телеглядачам я нагадаю, що щойно ми почули точку зору депутату Миколаївської обласної ради Максима Невінченого. А з вами, шановні телеглядачі, я прощаюсь. До наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.